Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, ребята, у нас будет очень жесткий PvP против другого клана. Мой клан бойскаут, если кто не знает, ребята, можете вступить. Я играю вместе с Метанкой, у нас PvP 2 на 2, играем на карте Баст. Ну что ж, погнали. Опа-па, уже вижу, ох ты, да, ты что, такой хитрец, минус один, вот это красавчик. Так, ништяк, ребят, я сделал минус один, и вся надежда на моего тиммейта Сметанку. Сметанка, ну... Ну блин, вот это ты нуб! Жаль, Сметанка, будешь так сливаться, я тебя, короче, уволю. Ладно, погнали дальше. Играем, ребята, до 10 раундов. И надеюсь, удача будет на нашей стороне. Ох ты! Вот это поворот, кирпич мне рот. Но я, ребята, сделал минус один, я убил Евгенчика. Пожалуйста, брат, Сметанка. О, а что это у него за оружие? Это у него АУХ или ж? А, это у него М-ка. Пипец, Сметанка, ну я, конечно, с тебя поражаюсь. Насколько скилловых чуваков я никогда не видел. Так, погнали дальше. Сметанка там что-то пишет в чате. Ну, как обычно, ребята, знаете, вот эти диванные бойцы. Диванные воины. Ништяк, попал, попал, ранил. Опа-па, вот это красава, да? Я, как обычно, убиваю одного. И второй остается тоже. Ништяк, ребята, красные победили, ура! Победа на нашей стороне. Слушайте, довольно-таки неплохо. Правда, что-то смотрю, Сметанка как-то, не знаю, не в боевом настроении, что ли, потому что что-то Сметанка вообще сдает свои позиции. Смотрите, какое место это, 5-3, а у Сметанки 0-3. Ну ладно, идемте дальше. Возможно, просто Сметанка, не знаю, не разыгрался или еще что-то. Хо-хо, с дигла в хэт. Ого, вот это да! 12 хп. Мама мия, нет! Ну нет! Ну нет, ну только не проиграть на КВ, ну пожалуйста. Я, ребята, уже проиграл везде, где только можно. Проиграл в ПВП с Воли, проиграл там еще где-то. Блин, ну хоть в КВ я выиграю или нет? Эх. Чё-то вообще, ребят, не фартит кенту. Чё? Галил! Так они сами писали... А, не, Галил, не, Галил можно. Фух, я уж перепутал Галил с Аугом. Ой, Сметанка взяла ВП. Ой, хитрец ты какой. Ребят, посмотрите в глаза этому парню. Ой, взяла ВП. Ой, ой, как это мило. Ну давай, Сметанка, ну убей ты его, убей. Но, увы, ребята, Сметанка все равно умер. Сметанка, мне так кажется, что тебе надо брать АУХ, и тогда только ты, возможно, победишь. Фух, я уже думал, он вышел нормально. Так, погнали, погнали. Мы, ребята, немножко проигрываем. Вот это, кирпич мне в рот, вот этот поворот, ребят, ну как они это делают? Я не понимаю, просто, не знаю, просто скилловые чуваки, короче, одним словом. Сметанку убей. Эх, блин, чё-то, ребята, мы вообще проигрываем, как полные нубы. Так, давайте дальше. Знаете, мне так кажется, что, скорее всего, я не буду выкладывать этот ролик, потому что чё-то вообще мне так стыдно стало. Так, нормально, попал, попал, ранил немножко. Так, перезарядочка, идемте дальше. Ну, как обычно, мой тиммейт умирает. А элит его, да, умирает. Ох ты, слушайте, я не знаю как, но вот этот Евгенчик с Галилом, это просто какой-то комбо. Ребят, вы просто видели, как он нагибает? Просто жесть. Сметанка пишет рашем. Ну, давай рашем, братан, я не против, я только за. Главное, чтобы ты тоже рашил. О-хо! Так, ладно, не фартануло. Немножко не фартануло. Сметанка, конечно, красавчик. Пишет рашем, а в итоге сам крысит. Нормально, нормально. Ребят, хорошо играем. Ох. Ох. Ох, какова же мала вероятность того, что мы, ребята, выиграем, что просто жесть. Галилы вкачаны. Ну да, у них галилы вкачаны. Жесть как вкачаны. Не просто вкачаны, а ух как вкачаны. Пипец! Хо-хо. Слушайте, вот это не красавчики. Не, серьезно, ребят, очень скилловые чуваки. Вот этот Евгенчик и Тверплисан. Очень скилловые чуваки. А Сметанка. Сметанка уже начинает крысить. Ох, Сметанка, Сметанка. Эх, ребят, проигрываем, проигрываем. Но обидно, обидно. Не, ну, конечно, возможно, мы еще выиграем, ребят. У нас еще такая большая
вероятность того, что мы держим победу. Да, вообще, сейчас, короче, 7 раундов подряд затащим, потом еще 8 убьем. Вообще, ребят, изи-бризи. Так, ну что, давайте крысить, короче. Опа, сметанка кого-то убил. Аллилуйя, сметанка начал играть. Сметанка, ура. Я верил в тебя, братан. Брат, иди, я тебя обниму. Так, ну, давайте, последний раунд. Или не последний. Все зависит только от нас. Давайте где-то сюда встанем. О, вот это да, так, сметана. Вот это. Вот это, ребят, красавчик. Сметана включил читы, и мы начинаем выигрывать. Сметана, ну просто иди сюда. Нормально, нормально. Если мы, ребята, и проиграем, то уже будет не так стыдно. 9-4, но могло быть и хуже. Если бы сметанка играл так же, как первые 4 раунда, то мы вообще бы, ребят, наверное, сухую бы проиграли. Фух, я еще жив. Ты что делаешь там? Смотри, а что он делает, ребят, какая-то вакханалия? Куда он стреляет? Лу, что? Что он делает? Мать моя женщина. Это что такое? Как он так стреляет? Пипец. Ты что делаешь? Это как? Он смотрит вниз и кого-то убивает. Не, ну я, конечно, все понимаю. Но как ты это делаешь? Вообще, ребят, это сущий ад. А ну-ка, давайте обратно смотреть. Пипец, слушай. Сметанка. Что это было? Так, ладно, идемте дальше. Ну, вы нас идете рашить или нам надо? Ну ладно, пойдем и мы рашить, да? Тоже как-то некрасиво получается, что мы типа крысим. Красные победили, ребята! Я сделал минус 2! Аллилуйя! Вот это я скилловый! 9-6! Вы это видели? Прикиньте, если мы сейчас выиграем, ребята, это будет просто полная жесть. Так, ну сейчас сметанка. Давай, 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 братан, погнали, погнали, погнали. Вот это как? Как они это сделали? Так, ладно, кента убили. Так, ребят, у нас последний раунд. Короче, кто победил, тот и победил. А кто проиграл, тот... Блин. Блин, плохая идея. Красные победили. Опача, ребята, еще одна победа за нами. Слушайте, я смотрю, что в принципе у нас есть небольшие шансы отыграться. Правда, очень небольшие, но все-таки у нас есть шансы. Ребята, как по мне, это очень круто, очень классно. Давай, сметанка, братан, давай, давай, давай. Сейчас всех нагнем. Просто сметанки дигл в руках, а дигл это вообще такая убийственная штука. Просто, просто красавчик. Слушай, Тверписан просто лучший. И не знаю, как ты так играешь, но это, короче, выглядело очень круто. Так, ну давай, сметанка, давай, давай. Ну, блин, ну чё ты, они ж вообще полные нубы. Давай, братан, давай, давай. Они ж как боты играют. Ничего себе, ребята. Сметанка сделал минус 2. 10-8. Вот это поворот. Ребята, прикиньте, у нас еще есть шансы на победу. Слушайте, как же это классно. Блин, вообще крутяк. О, смотрите. Ха, лол, один из них вышел. А че он вышел-то? А че это было? А че они вышли-то? Серьезно, ребят, вы это видели? А че это за прикол-то такой? Слушайте, кажись, они слились с нашего КВ. Они ж почти выиграли. Просто, ребята, я не знаю, но вот за такое КВ надо поставить лайк. Ребят, пожалуйста, поставьте лайк, мне будет очень-очень приятно. Слушайте, как же это круто, как же это классно. Так. Интересно, а что они вышли-то? Так. Ну что, го, ПВП, ты где? Так, я смотрю, что этот парниш... Так, а чё? А чё это за прикол, ребят? У нас же ПВП. Сметанка пишет, не надо.
Блин, просто знаете, в чем проблема? У меня, ребят, скоро закончится свободное место на моем телефоне, и тогда будет вообще полная жесть. 12 минут уже идет запись. Парень пишет, я поем. Какой поем? Все, ребята, победила дружба, надоело ждать. Прикиньте, пишет парень на КВ. Я пошел кушать. Просто рука-лицо, ребят. Просто 5 с плюсом. Пишет, я пойду поем. Просто брависсимо, братан. Ладно, ребята, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. С вами был ваш Кент АПК. Всем удачи и всем пока.